Сроки ввода нового перинатального центра в Якутске перенесли. Строительство объекта общей площадью 28 тысяч квадратных метров началось еще 2 года назад. Помимо стационара на 130 коек, здесь должны разместиться женская консультация, отделение реанимации и интенсивной терапии. Напомним, ранее планировалось, что крупный медицинский объект сдадут в декабре этого года. Не получилось, идет отставание от графика. Из-за чего стройка затянулась и когда же заработает долгожданный центр, разбиралась Анна Саркомова. Изначально обещали сдать объект еще в мае этого года. Затем срок перенесли на декабрь. И сейчас называют новую дату – июнь 2017 года. Так в чем же причина отставания от графика? Строительство замедлилось из-за несвоевременной выдачи рабочей документации компании «Гипроздрав», которая выиграла конкурс. Чтобы на месте разобраться с ситуацией, в Якутск прибыл заказчик объекта. До конца были учтены вопросы размещения объекта, особенности конкретного земельного участка, прав на как физики участка, так и документального оформления. До сих пор не решены частично вопросы, связанные с внеплощадочными сетями и также статусом земельных участков, по которым они пройдут. Впрочем, даже сегодня проектная документация еще не получена в полном объеме. На производственном совещании не присутствовала ни сама проектная группа, ни ее представитель. Сейчас вот мы с генеральным директором поговорили о том, что, наверное, настал период, когда нужно часть полномочий Гипроздрава в части технических технадзора, стройнадзора передавать здесь. И не мотаться сюда по каждому нашему вызову специалиста, потому что один приехал специалист, второй, ему нужно вникать во все это. Здесь должен находиться постоянно или представитель, или проектная организация, которой полномочия не передадут. Это вполне нормальное такое явление. До конца года все строительные работы должны быть завершены. И уже с нового года начнется благоустройство объекта и монтаж оборудования. А пока идут отделочные работы и монтаж инженерных сетей. Коробка здания завершена, тепловой контур завершен, тепло запущено. Ну и, соответственно, начаты работы по внутренним инженерным сетям и по внутренней отделке. И ведутся работы по поставке материалов и оборудования, которые у нас должны быть оснащены в короткий период, когда у нас открыт зимник. На этот центр Якутия возлагает большие надежды. Повышение рождаемости и сокращение детской смертности. Уже сейчас параллельно со строительными работами идет подготовка высококвалифицированных специалистов. Остается только надеяться, что к новому поставленному сроку объект будет сдан и дата ввода не будет перенесена в очередной третий раз. Анна Саркомова, Георгий Григорьев, НВК Саха, Якутск.